новому сервісу. В прошлом году мы начали такую программу. Мы завершим программу создания новых сервисных центров, где будет удобно и комфортно каждому, где не будут теряться часы, а будут теряться минуты на необходимое оформление в приятной компании хорошо подготовленных молодых людей. В этом году, я думаю, что у нас будет до 50 сервисных центров. Глава сервисных центров Украины вам об этом скажет. И я думаю, что вот эту реформу мы завершим в самый короткий срок, в этом году, в начале следующего года. Нам очень важно иметь здесь коммуникацию с органами власти местной. На улице стоит сервисный центр передвижной, который оказывает сервис в маленьких городах и селах. Это очень новая, инновационная, красивая идея. Мы благодарим наших партнеров из UAM. И нашего старого друга, который всегда с нами, помогает нам готовить тренинговые программы. И приглашаю всех получать эту новую услугу и получать удовольствие. А также Влад рекламирует буккроссинг в рамках сервисного центра. Да. Скажет господин Кришли, а потом прошу вас. Доброго дня, шановні представники ЗМІ.